Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, ты прихорошилась для фотографий? Всем привет, друзья мои. Вы, наверное, по мне очень скучали, по моим видео. Я никуда не пропала. Я сейчас очень усиленно работаю, занята. И сейчас вот сколько времени? 10 часов. Решила, лежа на диване, немножко с вами поболтать. У меня очень загруженный график. Я встаю в 6 часов на йогу каждое утро. Занимаюсь и так благодарна, то, что я так себя держу в руках. Такая я молодец. И потом у меня очень много дел, успеваю. Даже делаю невозможное. Иногда думаю, какая я молодец. Вы представляете, я сегодня сделала макияж, чтобы специально сесть и поговорить с вами. И у меня не оказалось времени. Но вы меня простите, что я сейчас лежу. Действительно, я очень устала. Уже начало 11-го. Очень устала. Я уже ложусь 11:30, отключаюсь, поэтому у меня час есть где-то еще, чтобы доделать свои дела и потом лечь отдыхать. Да, у меня график изменился, и все. Я хочу поделиться о своих впечатлениях. То, что у нас вот такой маленький клуб пока образовался, да. Почему я говорю клуб? Потому что это клуб по интересам. Девочки такие, 5 человек, 6 нас в этом клубе. Мы встречаемся 2 раза в неделю, вторник и пятница, половине 9-го, половине 10-го, но всегда согласовываем наше время встречи и место встречи. Начинаем с йоги, и затем музыку слушаем, затем мы пьем кофе, потом мы и растяжку делаем, мы хотим сесть все на шпагат к Новому году и вообще в ближайшем будущем. Девочки просто великолепные, мы разговариваем на все темы, но, естественно, нытья у нас нету, только позитив один. Только один позитив. Я безумно счастлива, что я нашла таких себе единомышленниц по духу, которые со мной на одной волне. И вот мы идем как на парад уже. У нас свой чат есть в WhatsApp. Мы постоянно целый день о чем-то говорим, обсуждаем друг с другом. И еще, значит, эти девочки заинтересовались. Сяду, поговорю с вами. Я что-то прохладно, поэтому одела. Еще эти девочки заинтересовались нейрографикой. И вот уже начали рисовать. Ну, естественно, я им тоже с удовольствием подсказываю, что у них не, что им интересно. И вообще в последнее время у меня настолько насыщенная жизнь. Я благодарна Богу и Вселенной. Все-таки человеку нужно пройти через какие-то негативные дни, да, не обязательно, не все же всегда каждый день хорошо. Простите, у меня уже отключается мозг и все на свете. И, ну, о чем бы все-таки я бы хотела поговорить? Посмотрите, худышка. Худышка, вы знаете, я удивляюсь, надо встать завтра на весы, посмотреть, сколько я вешу килограмм. Я уже не показываю вам, что мы кушаем, что мы пьем, потому что, наверное, вам это уже не интересно. Я вам могу рассказать, что на ужин я сегодня отварила наконец-то суп после скольких дней, приготовила плов и мы покушали куриные бедрышки. Для себя я отварила гречку. Стараюсь как-то сейчас. Что-то у меня последнее время я очень много такой жирной пищи ела. И это меня начало подкалывать правым подреберьем. Ну ничего, я знаю причину, поэтому я пью сейчас зеленый чай. И такой вот немножко хочу несколько дней побыть на щадящем таком питании, да. Ни жирного, ни томата, ничего. Ничего страшного, все в порядке.
Вот мы вечером выпили кофе. Да, сегодня, как вы знаете, сегодня такой день, 11.11.21 год. И вы знаете, я в моем гороскопе прослушала, прочитала. В последнее время я то и очень подсела на эти гороскопы. На месяц, на две недели, на неделю и так далее. Я прочитала, что сегодня для у Водолея очень опасный день такой. Могут произойти аварии, какие-то травмы, поэтому лучше сидеть на одном месте и не в конфликтные ситуации не влезать. И я сегодня огородила себя ото всех вот этих ситуаций. Но не тут-то было. Когда я встала в 6 часов и 6:30 приготовилась на йогу, я обнаружила, что меня заблокировал Инстаграм. А я делаю йогу с Катей Гуру в онлайне, в Инстаграме. Я в течение часа мучилась, у меня ничего не получалось, друзья мои. Потом я решила написать девочкам в чат. Я говорю, девочки, у меня есть, меня видно вообще в Инстаграме. И просто проговорила там, прошу волшебные слова, не буду говорить вам. И проговорила волшебные слова, и вдруг я после того, как написала, спросила, есть ли я в Инстаграме, захожу на свою страничку, открылась, но это было к 8 часам. Вот, но я подумала, что ничего, Светлана, что происходит? Все, что происходит в моей жизни, спокойно, не нервничай. Я была предупреждена вчера о таких негативных каких-то конфликтных ситуациях. Ни с кем не ругаться не надо, ни с кем не разговаривала, старалась заниматься своими делами сегодня весь день. Следующее у меня было, я записалась на вебинар, такой медитации, там в 11 часов 11 минут. И когда зашла, чуть не опоздала, и вот зашла, а там мест нету в вебинарной комнате. Боже мой, я так понервничала. Думаю, второе событие, которое не идет по плану. И села рисовать нейрографику. И когда половину нарисовала нейрографику, то посмотрела, что пришло сообщение. Места добавили, вы заходите, пожалуйста. Я зашла, я провела такую медитацию. Обалденные, друзья мои, все равно наш мозг должен отключаться. Я заснула, какой-то момент заснула, но я слышала преподавателя своего, и потом, когда я вышла с медитации, у меня очень хорошее настроение было, все, я чем только не занималась, какими-то делами там, в холодильнике возилась. Вот и так у меня прошел сегодня прошла половина дня. А потом я опять села за рисование, и вечером не отпустила Эндере гулять. Сказала, опасно, сиди дома. Он такой послушный у меня мальчик. Все хорошо. Друзья мои, многие из вас спрашивают, даже некоторые, а многие из вас спрашивают, есть в таком ТикТоке сейчас очень популярный, тут муж кричит, да кто у тебя спрашивает, у тебя же 2 подписчика, никто тебе ничего не спрашивает. И вот я тоже самое похожа сейчас на них. Ну, действительно, многие спрашивают меня, где мои родственники. Мои родственники не хотят показываться в камере. У нас все нормально, все хорошо, не переживайте. Будете смотреть на меня. А кто не хочет смотреть на меня, пожалуйста, не смотрите. И я вообще заметила, что многих блогеров популярных очень много хейтеров, они так ругаются вообще, так возмущаются, и я думала, что я одна такая, нет, и просмотры уменьшились у всех, не знаю, с чем это связано. Но, к сожалению, YouTube — это неблагодарное дело, очень много времени надо уделять, и от него мало отдачи. Я сейчас занимаюсь усиленно Инстаграмом, я сейчас занимаюсь усиленно бизнесом, я сейчас занимаюсь клубом, общением с девочками, нейрографикой. Мне пишут девочки, спрашивают о каких-то ситуациях, бесплатные консультации, я уже вам говорила на эту тему.
и у меня очень много энергии уходит на это. Но вы пишите мне в личку свою ситуацию, не то, что там, чтобы я рассказала на канале, на YouTube какую-то ситуацию, и другие девочки послушают. И сейчас у меня такое видео, знаете, с вами поздороваться, объяснить, где я пропала, почему я не снимаю видео. Ну, а завтра у нас будет очень, у меня будет очень насыщенный день, интересный, поэтому, друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. И завтра я вам покажу что-нибудь интересное. Знаете, смешно, меня удивляет, в комментариях иногда читаю: почему вы не показываете, говорит, путешествие, только кухня и еда? Ну разве это правда, скажите? Недавно мы с мужем были где? В горах. До этого были на море. И вы не просматриваете эти видео. Посмотрите, пожалуйста, и вы насытитесь Турцией. Все, вот мой Ашкеп пришел. Ашкеп насылся. Конушиору. YouTube подписчик абонелерла. Конушиором пришел Ашкеп. Все, спокойной ночи. Пока-пока. До завтра. Знаете, что мой муж подсел на ТикТок? Вечерами очень много времени проводит. Там кто-то из вас не любит ТикТок, но есть интересные моменты, неправда. И очень много есть поучительного. Есть, которые, конечно, как несерьезные, но есть и много смешного. Он как гипноз. Туда только стоит войти, 2-3 часа так пройдет, вы не заметите. Кстати, у нас в Турции что творится? Поднялся курс доллара. Посмотрите, сколько стоит доллар. 9,90 уже. 10 лир. То есть 100 долларов 990 лир. Вы понимаете? А евро, сейчас я скажу вам, сколько евро. Конечно, подорожало все. И квартиры, и продукты, и все дорожает. Доллар 9,90 вон там показывают. А евро 11,35. Вот. Как хорошо, что у меня я зарабатываю евро. Спасибо Богу за все. Приглашаю вас тоже. Пока промоушен, приходите. Еще месяц продолжается промоушен. Покупайте ценные бумаги компании стоимостью более 1 миллиард евро. Конвертация бумаг в акции будет через... Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.